Сказочная Снегурочка, огнедышащий змей Горыныч, ледяной Кай. Примерить на себя любой образ шумерлинцы могут в школьном театре «Дрозды». Коллективу исполнилось 15 лет. Живу я одним лишь театром, когда или нет, он в душе. Живет театром здесь каждый воспитанник. Патриотические композиции, новогодние спектакли, мюзиклы. Вот уже 15 лет театральная студия «Дрозды» радует жителей города Шумерля своими постановками. Есть в их репертуаре и спектакли, которые юные театралы написали сами. Теперь они хотят воплотить их на большой сцене. Если говорят, что школа – это образ жизни, то театр для меня, скорее всего, это образ вообще жития. Дело в том, что театральные подмостки, они мобилизуют человека показать все самые потаенные уголки своей души и заставить себя раскрыться в каком-то новом качестве. Этому я учу и своих воспитанников. Более 150 шумерлинцев посещают студию. Они учат не только держать себя на сцене, вживаться в роль, но и петь и танцевать. Например, Катя Сулимкина занимается в студии уже 5 лет, а совсем недавно она победила в конкурсе «Поем на родном и государственном» в Кремле. Сначала был республиканский этап, затем меня отправили в Москву уже на основной конкурс. Мы там были 3 дня. Конечно, я не ожидала, что буду победителем. Очень было волнительно, и я очень сильно переживала, особенно на награждение. Мне нужно было говорить там речь. Катя и дальше планирует заниматься музыкой, но для себя в качестве хобби. Татьяна Раевская, Денис Ноздрюхин, «Республика».